Так. Начнется. Всем привет, с вами Саня, мастерская «Сами исключения». Сегодня мы будем делать силиконовую форму для плитки фасадной. Вот такой. Такие вот большие есть. Но мы будем тренироваться сначала на маленькой. Маленькая, она точно такая же, как большая, только маленькая. Будем ее вот таким силиконом зафигачивать и смешивать его с крахмалом, чтобы он быстрее засох. Если, короче, его без крахмала, он засыхает практически неделю. С крахмалом, как обещают в интернете, за полчаса засохнет. Так, ну давайте. Так, ну давайте режем силикон. Я не знаю, сколько уйдет. Начнем пока с одной бутылки. Так. Силикон очень вонючий. Так что либо делайте это на чистом воздухе, но явно не дома. Так. Силикон. Жуть какая. Жуть как воняет. Так, слегка подвинуть камеру. Печатку. Скроем кокаин. Крахмальный. Обсыпем. И это дело все смешаем. Мешаем как тесто, дабы у нас он весь пропитался крахмалом. Того, похоже на пачку силикона, нужно
нужна пачка крахмала. Похоже так. На бутылку силикона пачка крахмала. Так, давайте еще обсыпем саму форму, саму матрицу, дабы к ней не прилип силикон. Так. Ну и дальше уже начнем закладывать вот эту вот колбаску вот сюда. Начнем сейчас это все, нашу колбаску, начнем пихать уже в нашу матрицу. Итого на пачку силикона, на бутылочку, нужна пачка крахмала 200 грамм, чтобы он у нас хорошо промазался. И начинаем это дело продавливать. Нет, еще мало. Он еще гад липкий. Придется еще пачку крахмала израсходовать. Крахмала я купил с запасом, так что чего-чего, крахмала жалеть мы не будем. Давайте закладывать. Раскатаем его. Вот так. И начнем продавливать нашу форму. Хорошенько продавливаем, чтобы у нас во все прямо щелочки залез силикон. Честно говоря, не знаю, сколько будет у нас засыхать.
Но когда засохнет, я вам скажу. Сколько оно засыхало. Так, делаем вот здесь верх обязательно, чтобы был ровненький, так как когда мы ее вскроем, это будет у нас станет низом, чтобы у нас все правильно было. Выравниваем полностью. Так, и слегка еще как мальчик припудрим, дабы у нас ничего нормально все было. Так, прошло реально, короче, час, и уже силикон застыл. Давайте попробуем это дело разобрать, как у нас получится. Шурупы с той стороны. Так. Так, с этой стороны хорошо. В одном месте только у нас плохо прилипло. Сейчас это дело как-то только аккуратно вытащить, не ломая плитку. Говнял в силиконе. Так. Деревяшки легко отделилась. Сейчас посмотрим, как она отделится от самого, от самой плитки. Так оно хорошо отделяется. Сейчас все хорошо. Главное тут не торопиться, чтобы не порвать ее. Не знаю, насколько это будет форма прочной. Но надеюсь, она будет служить. Слегка была сломана плитка. Потихоньку, потихоньку. Никаких резких движений. Чисто за счет натяга снимаем форму. Хорошо, сейчас с этой стороны точно так же. Оп! Идеально, по-моему, получилась плитка.
идеальная силиконовая формочка получилась и очень гибкая. Реально прошло, короче, около часа между тем, как я ее залепил, и между тем, как я ее вытащил. Вот. Так, в следующем видео уже попробуем ее залить. Но сама матрица, в принципе, ее еще раз можно попробовать залить. Попробовать, не знаю, чем-нибудь склеить. Ну как бы гипсовые, видите, они этот, хрупкие плитки. Вот так вот неловко бросил, и все, и у вас уже она накрылась. Попробуем сейчас ее в следующем видео залить и посмотрим, как она себя покажет. И если все нормалек, то попробуем сделать такую же, но большую, под большую плитку. Отделяется легко, сразу, вообще говорю, никаких, я ее ничем не мазал, просто посыпал крахмалом, чтобы не прилипало к форме. Так что вот, смотрим, смотрите следующее видео, и всем пока!